ребята, приз для школы любимой, приходящей. К столетию родной школы. О, отлично, у нас шашлыки, такое мероприятие будет хорошее. Добрый день, ребята. Ну, сегодня на юбилее школы дадим дрозда. Вот объявление черным по белому, мимо него не пройти. Средняя школа 521 в пятницу после 5. Дальше 3 слова без всякой премудрости, ты их прочти поскорей. Нас приглашают встретиться с юностью вечер школьных друзей. Нас приглашают встретиться с юностью вечер школьных друзей. Окна знакомые ласково светятся, взрослых встречая детей. Как хорошо, что нам выпало встретиться в веке сплошных скоростей. Мы, испытавшие радости и горести, стали добрее и мудрее. Ты как страничка жизненной повести, вечер школьных друзей. Школа, которая взрастила сотни прекрасных людей абсолютно разных профессий. Школа, в которой учатся целыми поколениями жители нашего района. Школа, которая год от года становится только краше. Пожелаем же и нашему поезду счастливого пути. Образования и науки.
году появилось наше учебное заведение как начальная школа номер 35 железнодорожного узла на станции Орша-Западная. Первое здание было деревянным, барачного типа, которое сохранялось, только представьте себе, до 2008 года. Семилетняя школа станет уже в 1920 году. До начала Великой Отечественной войны школа уже преобразована в среднюю. В 1970 году в школе был организован школьный музей. А 8 мая 1978 года возле школы был открыт памятник в честь учащихся погибших в годы Великой Отечественной войны. И нам кажется, что этот памятник отличает нашу школу от всех остальных. 1963 год. Начало нового этапа в жизни школы. В этом году было сдано в эксплуатацию уже современное здание средней школы номер 14. А 23 декабря 1968 года во знаменование больших заслуг школы в деле патриотического воспитания учащихся постановлением Совета министров БССР школе было присвоено звание Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси. Атмосферу западной частного сектора в основном, где атмосфера открытости, душевности, которая, вероятно, присутствует и сейчас в дешкольной школе, нашей школы. Мы почувствовали атмосферу преподавателей. У нас гордость есть, как вы, когда услышали из уст заведующий отделом, что это отличнейшая школа. И когда 100 лет увидели, мы поняли, что мы 52 года, больше чем полвека тому назад, кончили эту школу. Здесь присутствуют представители А и Б классу. Все не сумели приехать по разным причинам. Ну вот меня попросила передать большой привет и поздравления. Комсорг нашего 10 класса Валентина Кухаренко, кстати, по мужу Даниленко. Единственная пара среди двух параллелей, которая после 10 класса да, и аттестат зрелости получили, и свидетельство о браке. А двух военнослужащих, это Яскевич Александр Первомайским районным отделом милиции возглавлял, и Борового Николая, замкомандира батальона. Они просили передать привет, правительству причины не сумели пойти. Здесь у нас небольшая часточка получилась. Присутствует Дмитрий Савицкий. В советское время с Молдавии поставлял, во время дефицита, поставлял овощи и фрукты в родной город Орша. 10-го года проявили Сергей Мужчин, медик знаменитый, на весь город. Валентина Чеботарова в центральном торговом магазине работал. Они где, вы думаете, в работе кинотеатра «Победа». Первый снег. Здесь, как и 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 поэтому я хотел бы поднести скромненько наши часы, вы потом посмотрите, да? Значит, и благодарю. И напомнить, Ленина 38, психоневрологический.
Желаю всем здоровья. И чтоб я вас еще много лет видел. Да. О, хороший. Я поддерживаю этот. Чтоб... Все и все было. Чтоб все было у вас хорошо, и все были здоровы, и встретились еще не один раз. Я желаю счастья, а в слове счастье все входит. Я желаю, Эдик, чтоб ты всегда был таким, каким ты есть. И чтоб ты нас всегда собирал. А я желаю вам всем хорошего, клёво. Ещё встретимся через 10 лет. Школьные годы чудесные, так держать. Желаю неуспокоенности. И я желаю всем преподавателям и нам, выпускникам, оптимизма в этой жизни. Ура!